До выборов остаются считанные дни. Избирательная кампания вышла на финишную прямую. На сегодняшний день в стране зарегистрировано рекордное количество общественных наблюдателей. Около 145 тысяч человек изъявили желание следить за голосованием и подсчетом бюллетеней 18 марта. Их количество может еще увеличиться. В общественных штабах кандидатов тоже продолжают регистрировать наблюдателей. Прозрачность, открытость и легитимность – основные посылы нынешней кампании. Обеспечивать ее на выборах будут наблюдатели. Они намерены следить за процедурой голосования, за подсчетом голосов избирателей, фиксировать возможные нарушения. К примеру, по 3 человека на каждый избирательный участок направит общественный штаб Владимира Путина. Мы на каждый избирательный участок отправляем по 2 наблюдателя и, конечно же, одного представителя с правом совещательного голоса. И очень рассчитываем, что все претенденты и все кандидаты и их штабы сделают то же самое, чтобы выборы состоялись, во-первых, и они были честными и открытыми, справедливыми.